Я, пожалуй, еще один ролик сегодня запишу. 27 февраля 2024 года. Денек уж больно хорош. Солнышко светит. Стою на улице Комсомольской. Вот три дома высокие советской постройки. В левом доме был гастроном «Космос». В центральном магазин «Океан». Ресторан «Океан», вот увеличу немножко, центральный дом и «Космос», правый «Космос», центральный «Океан», а левый – это «Детский мир», был «Сказка» магазин, сейчас «Детский мир» называется. Была мысль пойти там товары, типа снимать игрушки. Я любил в детстве ходить вот в магазин, но что-то пока что-то неохота. Здесь был магазин «Уют», по которому и называется район этот «Уют». Большой такой мебельный советский магазин. Сейчас видите, «Фикс Прайс», «Магнит», инструменты. Вот, кстати, «Восток Сервис», обувь, спорт, это рабочая одежда. Похвалю магазин, понравился. «Аптека». Ну и вот секонд-хенд даже смотрю. Вроде как где-то немного мебели было, но не знаю, осталось или нет отдельчик. Не вижу что-то. Так, а это у нас саженцы высажены в рамках ремонта тротуара. Вот Комсомольская улица. Высадили саженцы. Вот через сколько тут? Через 4 метра что ли? Сколько тут расстояние? Или 5 метров? Не, метр 3-4, наверное. 3,5-4. Это очень хорошо. Саженцы, деревья будут здесь расти. Там у нас магазин «Эльдорадо». Ну, он давно уже, ну как, недавно. Давно-недавно. В советское время его, конечно, тут не было. «Эльдорадо». А вот мебель написана у «Эльдорадо». Интересно, значит, туда еще и мебель завезли. Вот. Вот «Фикс Прайс» написано, мебель для дома. Не знаю, не заходил. Вот здесь написано, мебель для дома, скидки до 50%. Ну, в общем, много тут всех магазинчиков. Здесь вход в станцию «Юнатов». Орловская станция юных натуралистов. Тут огородики, садик, яблоньки, остановка, магазин «Уют». С забором плодовые деревья, сосны, ели. Тут даже белки, кстати, водятся. Да, я их видел, белок тут. Такой, знаете, оазис природы в городе. Яблоньки. Там вот сквер ветеранов. Там деревья, это сквер ветеранов. Не помню, в 2000 каком-то году высажены, тоже были саженцы. Потом они выросли. И стал там сквер ветеранов. Вот такое местечко обжитое, известное, «Уют». Там современник, кинотеатр за дальним домом. Прямо вот дома на «Уюте», девятиэтажки советские. Вот там 28-я школа, а правее 34-я. Тут даже католический храм есть за современником, костел. Имени непорочного зачатия называется. Католики там молятся. Много чего есть. На «Уюте» стоматологическая поликлиника. Это улица Комсомольская. Параллельно ей идет улица Автовокзальная, в той стороне неподалеку. Прошлый ролик с нее я снял. Там склады всякие. В общем, насчет продуктов, товаров тут нормально. Тем более, что вот там подальше еще южный рынок.
ну не знаю, сколько до Южного, 1,5 километра, может. А еще городской центр культуры, да. Тоже очень хорошо, там концерты, танцы. В бывшем ДК «Дармаш» по этой стороне вот так вот пойти, если... И переулок Дарвина, по которому можно выйти. Парк «Ботаника», озеро «Светлая жизнь». В общем, саженцы. Классно. Вот сквер ветеранов. Вот он. Это приятно, что в таком месте есть скверик с лавочками. Здесь «Пятерочка», а в советское время был магазин «Радуга», продуктовый гастроном. Здесь был «Радуга», ближе там к МОПРу «Березка» гастроном, возле стадиона Ленина «Дружба» был гастроном. Вот так они назывались. Вот современника «Космос». Хороший советский продуктовый магазин. А сейчас вот «Пятерочка». Здесь «Пятерочка», на той стороне «Пятерочка». За Эльдорадо «Магнит» есть. Да и там тоже он «Магнит» есть. В общем, продуктов сейчас очень много стало. Вот. Температура около нуля. Вот все мерзнет, все тает. Вот такие нюансы весенние. Сложно, конечно, водителям ездить по таким колеям. Но это как пел Высоцкий: колея — это только моя, выбирайтесь своей колеей. Вот, у кого есть машина, те, значит, ездят осторожно. Ну, пойду в «Пятерочку» зайду. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Вот трамвайчик поехал, магазин «Эльдорадо». Все. Вот такая небольшая зарисовочка с уютом.